Всем привет! Сегодняшнее видео посвящается всем айхербоманьякам, которым лично я также являюсь. Если вы любите распаковки, если вы просто хотите поболтать в моей компании, то обязательно оставайтесь со мной. Я часто говорю о том, что я являюсь не просто партнером, но и покупателем айхерб, поэтому сегодняшнее видео не спонсировано. Это то, что я приобрела сама, то, что постоянно есть у нас в доме, или то, что мне было интересно попробовать. А почему так много? Почему у меня целые две коробки? Потому что в сентябре айхерб обычно празднует свой день рождения, и в течение всего месяца каждый день у них появляется новый промокод, новая скидка на 24%, потому что в этом году они празднуют свое 24-летие, и эта скидка обычно только или на одну категорию, или на какие-то бренды. И насколько видела я, пока что не было скидок на раздел красота, то есть там и уход, и декоративка, и какие-то гаджеты, это и кисти, это и массажеры для лица. Но я, как видите, купила, нет, наверное, еще пока не видите, но скажу, немножко забегая наперед, о том, что я приобретала и витамины, и также уход, потому что много есть каких-то брендов, о которых я ничего не слышала, ну или составы классные, или отзывы меня подкупили. В основном сегодня будет первое впечатление, как вы понимаете, или буду рассказывать, почему я выбрала то или иное средство, тот или иной продукт. Работы у меня сегодня очень много. Давайте начнем. Если вы не впервые смотрите мои видео, не только айхерб, а вообще в принципе, то видите, что я так плотно подсела на зубную пасту Джейсон. Я тоже покупаю ее на айхерб, она супер мятная, она очень хорошо освежает дыхание, она хорошо очищает зубы, и у меня очень часто спрашивают, отбеливаю ли я зубы. Нет, не отбеливала, я никогда ничего такого не делала, но, честно говоря, у меня довольно светлый оттенок эмали, но просто хочется поддерживать эту белизну, а я пью много кофе, много того, что может окрасить зубы, поэтому чаще всего я выбираю отбеливающие пасты. Я видела, что на айхерб сейчас появилась паста Crest, которая очень-очень популярна, многие ее привозят в качестве сувенира или себе как-то заказывают из Америки, ее я обязательно также приобрету. Но сейчас я решила попробовать вторую по популярности пасту на айхерб, на нее так много отзывов, что у меня просто разъедал интерес. Она без флора, без глютена, без глютена? А есть пасты с глютеном, вот чисто ради интереса. Не знала, без СЛС, без парабенов, еще чего-то, но для меня главное то, чтобы паста очень сильно освежала дыхание, чтобы я прям долго ощущала то, что зубы у меня чистые и хорошо очищены. Выглядит она, ну, таким довольно стандартным образом, и интересно, как она пахнет. Как мятная жвачка, только, знаете, не перечная мята, а такой классический зеленый орбит. Решила заказать детям новые витамины, мы долгое время сидели на других, и если вам интересно, как я подбираю их, я нахожу что-то, что мне интересно, и потом отправляю состав нашему педиатру, она или одобряет, или говорит, нет, ищем дальше. И она сказала, что окей, можешь взять, что здесь хороший комплекс витаминов. Их можно принимать только с 4 лет. Нашему старшему 7,5, а младшему 5 с копейками. И сначала первую неделю даешь по 2 штучки, а потом переходишь на 4. Здесь 120 жевательных конфет разного вкуса. Я думаю, что ненадолго хватит, но я взяла на пробу. Если все будет хорошо, то потом докуплю. И какие у нас здесь суперстары, какие рабочие компоненты. Можете посмотреть, я оставлю вам ссылку. Но, коротко говоря, озвучивая, что здесь, что меня привлекло, это клетчатка, пребиотики, омега-3 в виде рыбьего жира из маленьких каких-то рыбок, также витамин D3 для иммунитета, это немножко такой скользкий вопрос, но мне, как маме, спокойнее, витамин К для костей, вот в этот раз будем пробовать такие. У меня закончился мой витамин С, поэтому я решила вернуться к проверенной сыворотке, это бренд Mad Hippie, сыворотка с витамином С и 8 другими активами, среди них также эфируловая кислота. Для меня это очень такой качественный работающий дуэт, витамин С, эфируловая кислота и гиалуронка. Также мне нравится то, что здесь именно стабильная форма витамина С, и она отличается, например, от аскорбиновой кислоты тем, что конкретно эта форма работает на более глубоких слоях кожи, и она оказывает антиоксидантное действие. Также мне нравится то, что эта сыворотка не раздражает кожу, она не вызывает шелушений, я наношу ее
в качестве одного из слоев утреннего ухода. Она дает мне и дополнительное увлажнение, и дополнительную защиту от солнца. Здесь упаковка с пипеткой. Мне хотелось бы, чтобы здесь была помпа, но, наверное, нельзя иметь все и сразу, хотя бы темное стекло. Но я так стараюсь хранить все в комоде, чтобы солнечные лучи не проникали и не портили мой уход. А сыворотка, кстати, не пахнет какими-то цитрусовыми. У нее приятный аромат, что-то легкое, такое ненавязчивое, не напрягающее. А почему-то мне кажется, что многие сыворотки с витамином С пахнут или апельсинами, или лимонами. И это, знаете, довольно универсальная сыворотка, которая подойдет, в принципе, любому типу кожи, потому что она и не тяжелая, и не сказать, что вот легкая, как вода, которая впитывается под ноль. Да, она хорошо принимается кожей, не оставляет какой-то жирной пленки, но, тем не менее, ты тоже чувствуешь и дополнительное увлажнение. Возможно, это после моего тоника тоже такой эффект. Ну, в общем, сыворотка сама по себе классная, и чем дольше ее пользуешься, тем ровнее лицо, тем меньше каких-то изъянов в виде пигментации, быстрее проходят всякие постакне, и также спустя какое-то время ты замечаешь, что лицо само по себе как бы блестит, но это не жирный блеск, а именно здоровый блеск кожи, то, что мне очень нравится. Благодаря битве брендов, которую я как-то снимала для мейкапа, я открыла для себя пептиды. И мне сейчас очень сильно нравится сыворотка от бренда Dr. Jart. Это просто то, что доктор прописал в межсезонье. И в сочетании с церамидами это вообще нечто. И я начала копать дальше. Я также у вас спрашивала, какие пептиды вы используете, что вам нравится. Я скажу вам честно, что их сыворотка с 9 пептидами у меня лежала очень долго в корзине. И я не решилась ее покупать, потому что я сначала дам коже более легкую артиллерию, посмотрим, как это будет работать. Возможно, на данном этапе для меня этого будет достаточно. Если вы видите, что есть те проблемы на коже, над которыми стоит поработать, это и какие-то морщинки. Ну, в общем, у пептидов есть разные действия, вообще разные виды пептидов, да, по-разному работают. Это самое главное. И я также почитала отзывы, что как минимум это сыворотка дает, не сыворотка, а тонер, дает бомбическое увлажнение, поэтому для начала я приобрела тонер. Тонер тоже с 9 пептидами, и он должен влиять на увлажнение кожи, на эластичность, то есть, знаете, такой допинг для лица, для кожи и декольте. И я сейчас позаканчивала очень-очень много тоников и сывороток, поэтому я закупилась, у меня просто весь год пройдет под знаком разных тоников и тонеров и эссенций, того, что наносится первым шагом в уходе, потому что это как раз максимально принимает кожа. Вот, поэтому выбрала эту эссенцию, очень красивая упаковка, такая матовая, это не стекло. И здесь у нас приличный объем, 250 мл. Я очень надеюсь на то, что эта вещь не забьет мне поры. Если вы пользовались, то, пожалуйста, отпишитесь. Решила я шикануть и заказала матчу. Я где-то читала и слышала о том, что матча дешевой быть не может. И заказала, ну, не самую, наверное, дорогую. Ну, в общем, люди писали, что, в принципе, это очень-очень похоже на настоящую матчу. Я еще хочу купить специальный венчик, чтобы это размешивать. И также нужна специальная чашечка. В общем, я пошла во все тяжкие и хочу попробовать научиться пить матчу. И хочу попробовать вкусную матчу. Возможно, мне также понравится. Она дает заряд бодрости, энергии. Это также более полезно, чем кофе. Хотя я сильно не напрягаюсь. Я люблю кофе, пью. И вот мне хочется распробовать этот супер модный напиток. Также эту матчу можно использовать для смузи, для выпечки, для йогурта и, конечно же, для каких-то напитков. Конкретно происхождение этой матчи — Япония. Я надеюсь, что мне понравится. Антиоксиданты, витамины, минералы, клетчатка, кофеин, аминокислоты. И это перемолотые листья чая. То есть обычно мы завариваем листья и выбрасываем, и пьем вот только то, что осталось в воде, да, а здесь как бы перемолотые листья, ты, получается, употребляешь внутрь. Ну, не знаю, звучит заманчиво. Пока что то, что я пробовала где-то, мне не особо впечатляло, но вопрос в том, какая там матча была, потому что это самое главное. Дальше у нас с вами леденцы.
с натуральным составом, но я должна сказать, что мне больше нравилось, когда они продавались в мягкой упаковке. Здесь нет синтетических отдушек, вкусов и также красителей. Присутствует тростниковый сахар. Есть те, кто считают, что это то же самое, что и белый сахар. Возможно. Но, во-первых, они поменьше по размеру. Во-вторых, мне нравится то, что здесь такая как бы очень сильно спрессованная бумажная палочка. И дети обычно это все грызут. И, во всяком случае, будет меньше вероятность того, что они травмируют свои зубы. Дети их любят. Я уже как-то по привычке их постоянно покупаю. Дальше. Вкусняшка. Я стараюсь ограничивать сахар, поэтому заказала себе сушеное манго. Я помню, что когда дети были совсем маленькими, и особенно Захар, он постоянно кричал в коляске, и не только в коляске, в общем, мне нужно было как-то доехать, хоть основные продукты купить, и я сажала его в коляску и давала ему манго. И это манго очень хорошо его отвлекало, развлекало, и я успевала сделать все свои дела. И потом я где-то наткнулась на информацию о том, что я в Росмане тогда покупала манго, что там используют то ли, ну, короче, какой-то газ для того, чтобы его высушить. Вот, и что это не очень полезно для здоровья, и я долго не могла найти манго с хорошим составом, чтобы там было вообще просто только манго и без сахара. В общем, пахнет как настоящее манго, и когда прям не втерпешь, когда хочется сладкого, прям кого-то прибью, если не съем, то я стараюсь есть что-то такое. Так, это меня удивило и даже немножечко расстроило. Это гидрофильное масло от Physicians Formula. Я подсмотрела его у Маши Серд. Иногда, не всегда, но иногда наши мнения по поводу косметики сходятся. И я увидела, что она говорила, что оно очень классное, и я его купила. Но я не ожидала, что оно такое маленькое, и оно не было бюджетным. И здесь всего-то 40 грамм. Может, путешествие как раз, это будет классно. Но я надеюсь, что оно хорошо будет очищать поры, удалять косметику. Поэтому, ну вот просто я не ожидала, что это настолько маленькая баночка, потому что я не знаю, как вы, а я считаю, что Physicians Formula не настолько и дешевый бренд. Возможно, потому что здесь матча. Да. Но если меня еще и расстроит вот это зеленое вещество, которое находится внутри, то я прям очень сильно разозлюсь. Но если вы хотите работающее гидрофильное масло, точнее гидрофильный бальзам, то очень классный Хеймиш, и мне также нравится Ванилла энд Ко. Недавно у меня была коллаборация с iHerb, и тогда у меня просто есть возможность самой заказать какие-то средства на определенную сумму и рассказать там, что мне нравится, что нет. Так как я делала подборку лучших находок, то этот крем туда не вошел. Но это крем тоже из коллаборации с ними. Значит, бренд Sukin, и у них на самом деле очень классные составы, без всяких там вредностей, и на этот крем тоже много хороших отзывов. Как видите, здесь очень большой формат, 120 мл, стекло темное, и он вообще недорогой. К составу у меня тоже нет никаких претензий, и это та линейка, которую я тоже хвалила, с маслом шиповника. И это дневной крем. Возможно, нужно было взять ночной, но так как мне интересен был другой, он очень классный, это Andalou Naturals. Если вы не смотрели то видео, то я тоже оставлю вам ссылочку внизу. Тот крем на ночь обалденно мне подошел. Вообще Andalou Naturals я очень люблю. А Sukin, вот этот крем, во-первых, у него такая необычная консистенция, как будто он и жидковатый, и на крем похож. Ну, в общем, как видите, он так выливается прямо из баночки при желании или неосторожности. И когда я начала его наносить, то сначала были приятные впечатления, казалось, что он и хорошо увлажнит кожу, и благодаря маслам, которые тоже есть в составе, даст определенное питание, и я тоже рассчитывала на то, что зимой мне с ним будет классно. И аромат у него приятный, как у всей этой линейки, я обожаю их увлажняющую маску, но с этим кремом любовь не произошла, он дает, в принципе, неплохое увлажнение, но как вам сказать, это даже не четверка в моем случае, то есть он впитывается и ничего сверхъестественного не происходит. Я понимаю, что это просто увлажняющий крем, но для сухой и раздраженной кожи это вообще не вариант. Мало того, когда я начала наносить даже увлажняющий тональный крем, мой самый любимый Estée Lauder, я сейчас фанатею от него, он вообще не распределялся, он так комкался, что если бы я попробовала на этот крем
новый тонут Estee Lauder, я бы его так просто разругала в пух и прах. А на самом деле проблема в креме, потому что я пробую разный уход, и тон всегда ложится безупречно, это всегда просто конфетка, а тут такая ситуация. И очень некрасиво это все выглядело в течение дня, и также я чувствовала, что мне не хватает увлажнения. И вот как-то и ощущается этот крем на лице, и увлажнения нет. Ну, в общем, вообще мимо. Вот совсем не понравилось. Поэтому я даже не знаю, кому я его отдам. Возможно, на декольте использую, но тоже, знаете, я не прониклась, не поняла. К сожалению, это было мимо. Также решила заказать тоник с галактомиссисом, с витамином С от бренда Som by Me. Если вы хотите что-то с кислотами, желательно в комплексе и салициловая кислота, и фруктовые кислоты, который рассчитан на 30-дневное использование. И вот там уже не нужно заморачиваться, еще и центелла в составе. Очень классная вещь, на мне давал шикарные результаты. И я решила взять еще кое-что. Как видите, тоники, это, кстати, еще не последний и вообще не единственный, который есть у меня. Но я запасалась на год вперед, поэтому взяла вот этот. Так, что он нам обещает? Осветление кожи, сделать текстуру более гладкой, а также убрать какие-то несовершенства в виде пятнышек, опять же, после постакне. И я думаю, что я буду использовать его тогда, когда у меня будут какие-то запросы, какие-то претензии. Я даже боюсь что-либо говорить. Пока что отложу его в дальний ящик, и если вдруг наступит такое время, то я возьму его. А еще один тоник, который я взяла. Господи, мне же самой страшно. Это бренд Ficology. Наверное, так. Корейская марка. Вообще ничего не слышала. Честное слово. Без понятия, что за бренд. Но я обычно захожу, читаю составы. Если меня что-то цепляет, то я даю шанс и думаю, попробуем. Я тут подопытный кролик, поэтому будем тестировать. И глядя на состав, мне прям хочется начать им пользоваться здесь и сразу. Помимо этих вот морских водорослей, есть ниацинамид, центелла. Дальше что-то, что мне неизвестно. Ну, наука наверняка знает это растение. Розмарин, ромашка. То есть еще успокаивающие действия. Ну и центелла, это то, что очень-очень любит моя кожа. Поэтому я думаю, что в ближайшее время я его попробую. Помимо тонера, я решила взять еще и сыворотку. Вот меня прям впечатлил состав. И опять, это очень-очень красиво. Я еще ее не открывала, поэтому ничего не могу сказать. Но это то, что мне хотелось бы испытать на себе. Здесь тоже такая насыщенная формула на основе тех же ингредиентов, которые я упоминала в случае тоника. Еще помимо этого гиалуроновая кислота. И в конце состава, но тем не менее, есть масло ши. Обещает укрепить кожу, сделать более увлажненной, убрать серый такой уставший вид с лица. Посмотрим, потому что очень много обещаний, а на деле было бы хорошо, если бы хотя бы половина оказалась правдой. Но корейцы, честно говоря, часто делают классную какую-то косметику, и вау, здесь внутри как будто какие-то гранулы. Сыворотка имеет гелеобразную консистенцию и вообще не пахнет. Мне это нравится. Вместо спрея поверх макияжа, даже не тоника, решила взять вот такую вещь. Это бренд Advanced Clinicals. Тоник с витамином С и фируловой кислотой. Опять же, антиоксиданты, сияние лица, бла-бла-бла. Вот, и что еще? Написано, что максимально быстро увлажняет кожу. И, кстати, это стекло. Здесь нет парабенов, алкоголя, СЛС, пропиленгликоля, минерального масла, ТИ, наверное, это какое-то сокращение, не чай же, без сульфатов и еще чего-то, на 100% чистый. В составе также есть глицерин, фруктовые экстракты, ну не сказать, что прям вообще без претензий к тому, что они сюда положили. Ну ладно, в общем, я решила попробовать, и вы знаете, распыление здесь не самое мелкое, конечно, прям как облачко, и отдушка довольно интенсивная, но чего не отнять, это увлажнение и красивая баночка, мне нравится. Это давно было в моем виш-листе, и у нас такая цена в Sephora на эту пудру, что я всегда жалась, и ее я подсмотрела у Сандры, это моя знакомая, и когда я ее вижу, у нее всегда безупречный макияж,
она и сама красит, и также в качестве модели ее часто приглашают. Но у нее идеальная кожа, это вообще отдельный разговор, просто от природы, вот очень гладкая кожа, но она часто рекомендует вот эту пудру в качестве даже тонального крема на каждый день. Это пудра Halo, увлажняющая пудра от марки Smashbox. И она вообще, в принципе, дешевле на iHerb. И какая-то акция на нее дополнительная была. Короче, у меня получилось сэкономить где-то процентов, наверное, 60. Я думаю, что это знак, надо брать. Я взяла себе оттенок Light. Я помню, что Сандра советовала именно этот цвет. Она не супер светленькая. Точнее, она часто пользуется автозагаром, также загорает летом. И эта пудрочка. Видите, здесь пусто. Я снимаю сейчас ограничитель, и ее нужно прокрутить, и как бы каждый раз у нас, видите, появляется перемолотая пудра как раз для нанесения сразу. Очень удобно, что не нужно как-то там все высыпать, и насколько я помню, эта пудра также без талька. Недавно видела ее в обзоре уже тогда, когда оформила заказ у Вики Моисеевой, и она сказала, что эта пудра дает очень классное покрытие, что прям как отфотошопленная кожа, и в принципе она дала хороший отзыв на нее, а у нас с Викой практически всегда сходятся мнения, даже в уходе, несмотря на то, что у нас разные типы кожи. И в декоративной косметике зачастую тоже нам нравится приблизительно то же самое, поэтому я так, что она скажет, блин, не говори, что плохая, не говори, что плохая, я уже ее купила. И посмотрим, как она будет выглядеть на лице, вот сейчас что с ней делать. Прокрутила, порцию мне выдала. Теперь придется ее как-то аккуратно закрыть, завтра уже воспользуюсь, а то сегодня Остапа понесло, как видите, я села немножечко подкрасить, приехал новый тон, новые тени от Эвелайн, я думаю, надо попробовать. И дальше все было как в тумане, проснулась с таким смоки, в жизни это еще ярче, чем вы видите на экране, потому что при дневном освещении эта камера съедает сильно цвет. Также купила кино. Это такие зернышки, которые, когда развариваешь, они такие прикольные, хрустящие, и я очень люблю класть их в салат. Какой салат я с ними делаю? Авокадо спелый, такой вот прям кремовый беру, огурцы, помидоры, киноа, какая-то зелень, какая у меня есть, оливковое масло, соль, можно чесночок, все перемешала, вкуснятина. В качестве гарнира тоже удивительно, но детям это нравится, поэтому заказала. Дети обожают орешки кешью. Если сейчас вы мне скажете, Оля, нафига тянуть вообще орехи или перец из iHerb или приправы? Вот не говорите мне такого, потому что вы меня не переубедите. Я купила в Лидле орешки кешью и кедровые орешки. Это вообще совершенно другой вкус. Мало того, они были еще с солью и поджаренные. Мне очень нравятся сырые орехи. И потом я еще покупала онлайн Польша, сырые орехи кешью, но не то, они почему-то не такие как бы свежие, я не знаю, в чем прикол, но эти действительно самые вкусные, поэтому я взяла сразу несколько пачек, так как я и в кашу добавляю, я и соус из них делаю, в футбуке показывала, и дети хрустят перед телевизором вместо чипсов, и вообще это очень сытные, полезные орешки вместо каких-то вкуснях, поэтому вот кто бы что ни говорил, я считаю, что это то, что реально стоит заказать на iHerb. Целых две упаковки самых классных пластырей от прыщей, они и хорошо убирают, как бы рассасывают прыщ, воспаление, убирают бугорок, успокаивают прыщи и также хорошо держатся, и они не так сильно бросаются в глаза. Это Som by Me. И если вдруг мое тестирование косметики пойдет не в ту степь, то буду спасаться патчами. Но на самом деле не раз меня выручали, и на всякий случай всегда заказываю побольше. Две тканевых маски. Одна от Mary Hill, а вторая, не знаю, Lapcos, в общем, с цикой. Взяла тоже попробовать, не постоянно же на одних сидеть. Так что будем знакомиться. Здесь в составе глицерин, ниацинамид. И тоже фруктовые экстракты, конечно же, центелла. И химия присутствует. Ну, а что делать? Очень сложно найти что-то работающее. И при этом, знаете, не всегда даже натуральная косметика, во-первых, хорошо работает, а во-вторых, еще хуже не раздражает. Поэтому я раз так, чередую. Ну и вот это вот Mary Hill с коллагеном, дает лифтинг и подтягивает. Интересно, пробовали?
Мэри Хилл. По-моему, у меня еще где-то есть одна масочка, которую я пропустила, пока что не попробовала. Еще две штучки для детей. Это зубная паста от того же бренда, который взяла для нас в этот раз, и она со вкусом жвачки. И я не могу сказать, что наши дети фанаты чистки зубов, в отличие от папы. И также они не любят какие-то, знаете, очень агрессивные зубные пасты. Я все же выбираю что-то помягче для них. И когда-то у нас была с клубникой, я помню, что нормальная. Вот. Но пока что с детскими зубами сложно сказать, что там работает, что не работает. Молочные зубы, они очень-очень слабые. Дальше взяла такое гомеопатическое средство по поводу гомеопатии. Скажу так, что я всю жизнь просто не переносила гомеопатию и доктора, которому возила меня моя мама. Я вот просто для меня ехать к гомеопату, это вообще очень неприятная женщина была в Киеве. И я не верила в это все. И мама бегала с этими крупинками за мной, давала мне. Почему мы обратились к гомеопату? Потому что я постоянно и в детстве, потом в подростковом возрасте лежала в больницах с воспалением легких. В основном это было воспаление легких, бронхиты, вот несколько раз в сезон. Это заканчивалось цифтриаксоном, очень сильными антибиотиками и капельницами, даже в больнице с этим лежала, и мама уже не знала, куда обращаться. Не знаю, то ли я переросла, это как-то прошло, но я частенько цепляю какие-то простуды. Но вот когда я была в том возрасте, мне уже и убили желудок, и посадили печень, начались проблемы с пищеварением, поэтому мама уже просто, знаете, в отчаянии пошла к гомеопату. Не поверите, при том, что я не верила в это. Я принимала только потому, что мама мне говорила, это помогало. Столько бронхитов мне вылечили, столько каких-то заболеваний, которые обычно переходили в воспаление легких, они просто отступали. Но я не могу сказать, что в моем случае это была психосоматика, потому что я не верила, я не любила ни женщину, ни гомеопатию, ни все эти крупинки, блин, капец. Еще в воде нужно было это разводить, мама постоянно эту бутылочку мне напоминала: Оля, прими, Оля, попей, Оля, попей. Ну, в общем, то есть я не могу сказать, но... И опять же, я не заядлый фанат гомеопатии, который везде будет рассказывать, что это работает, это то, что спасет мир. Но как бы это меньшее зло, и если это будет помогать, то я буду очень рада. В общем, это такие капельки для детей, которые снимают первые симптомы заболевания, простуды. И здесь нет алкоголя, также ничего, знаете, такого, что могло бы меня смутить. И если вдруг нужно это будет, то попробуем еще и гомеопатию, а не сразу какую-то химию пить. Дети просили заказать им каких-то вкусняшек в школу. У них там хорошее питание, и также им прививают любовь к фруктам. У них обязательно там какие-то более такие полезные снеки. Но Захар говорит: мама, а можно я куплю шоколадку там себе или что-то? И я, в общем, решила пойти по более простому пути. Заказала то, что они любят. Это жевательные конфеты разных вкусов. Это тропические, а вот здесь, насколько я помню, микс. Здесь также нет ни синтетических отдушек, ни вкусовых каких-то добавок синтетических. Также органический сахар присутствует и рисовый сироп. Ну а так, в принципе, ничего прям супер страшного я не вижу. Поэтому удобненько берем упаковку, кладем в рюкзак и все. Многие девочки просили меня, чтобы я попробовала этот пилинг от Derma-E. Вообще я хотела тоже заказать их уход. Помните, когда-то я очень сильно хвалила. И мне периодически хочется вернуться к нему и как-то... А что-то новое возьму. Что-то... Ну, до сих пор считаю, что у них очень достойное средство. Это пилинг, который придает коже сияние, и он на основе аскорбиновой кислоты. Насколько я помню, сейчас могу ошибаться, но когда я начну им пользоваться, я потом более подробно расскажу. И я знаю, что его часто используют вместо кислотного пилинга, какого-то с большой концентрацией АХА-кислот. И это не пилинг в классическом понимании, а больше как маска. Здесь есть какие-то частички, но они не абразивные, то есть они не будут царапать, но я слышала, что очень хорошо выравнивает текстуру кожи и обновляет ее. Очень-очень приятно пахнет цитрусами. Но опять же, не сильно цитрусовыми, и также это не такая отдушка, которая доведет меня до безумия. В общем, я думаю, что сегодня это будет тот пилинг, который я нанесу на лицо, потому что как раз у меня прошло время без кислот, без всякого такого. В общем, познакомимся, что за зверь такой. Так как у нас с вами сезон чая,
я не смогла отказать себе в удовольствии и заказала чай йоги. У них, конечно, довольно специфические отдушки, то есть если это малина, то это листья малины, то есть будьте готовы к тому, что это не химический аромат малины. Но мне нравится, они кайфовые, они как-то вот расслабляют, и это чай без кофеина, и то, что я люблю заваривать вечером. Вот как-то по настроению выбираю такой вкус, как мне хочется. Еще также заказала себе, потому что я в основном пью такой чай, это роза, индийская роза. И написано, что это какая-то сладкая роза, которая снимает стресс, волшебная роза из сертифицированного органической плантации, тоже без кофеина, и пока что я не пробовала. Но давайте сейчас откроем. Слушайте, пахнет прикольно. Вот розой, только прям настоящей розой и даже чем-то фруктовым, как будто. Что-то я не поняла. Потому что я думала, что это чай из розы, оказывается, что это ромашковый чай, он просто с каким-то ароматизатором, да, натуральный, органический, но я как бы не поэтому заказывала. Возможно, нет чая с ароматом розы, но как-то, по-моему, получилось ожидание и реальность. Ну ладно, надеюсь, что он будет вкусным. Еще один чайный бренд, который я иногда покупаю, знаете, под настроение, потому что у него вот прям действительно специфические отдушки, это Пукка, и это тоже травяной чай, он такой согревающий, но если вы не любите лакрицу, а есть люди, которые вообще не переносят, знаете, такие черные конфетки, часто жевательные конфеты черные, это именно с лакрицей, у нее специфический вкус. Я вот прямо здесь сейчас ее ощущаю, но она какая-то сладковатая, как мне кажется, поэтому иногда чай я тоже пью, особенно вечером, мне это дело нравится. Конечно же, мой заказ не мог обойтись без кетчупа. Если вам интересно, да, мы продолжаем его покупать, но не было его много в наличии, я еле ухватила несколько упаковок. Раз нравится, то заказываем. Еще один чай йоги, это какой-то чай-детокс. Ну, детокс это тоже коварная такая вещь, нет никаких доказательств тому, что в самом деле происходит детокс, но мне нравятся эти чаи по вкусу, опять же, травяной без кофеина. У меня еще есть несколько чаев в запасе от Harney & Sons. Я раньше заказывала оранжевый, мой самый любимый, согревающий, сладковатый, пряный, очень-очень вкусный, с корицей и с кусочками фруктов. Если никогда не покупали и хочется чего-то интересного, обожаю с молоком. Но взяла также обычный Earl Grey. С каким-то акцентом было, я не знаю. Он с бергамотом, и здесь смесь нескольких видов чая с бергамотом, как я сказала. Мне нравится то, что вот это саше, оно даже не саше, а как мешочек. И тоже на целый заварничек нам хватает, поэтому заказала, и мы всей семьей любим тоже. И рядом не стоят многие чаи, которые продаются здесь. У нас Игнат, как оказалось, просто фанат орешков и также ореховой пасты. Мы ее даем детям вместо нутеллы, и у нас никогда не было шоколадной. Мне очень нравится с белым шоколадом. Это не то же самое, что нутелла. Здесь есть вкус арахисовых орешков, но в целом мы очень любим эту марку, и дома всегда есть их ореховое масло. И последняя вкуснотень, которую вчера дети открыли, это орешки в сиропе, кленовый сироп. И помимо орешков здесь есть еще и яблоки, вишни и грецкие орехи. Ну, в основном здесь как бы пеканы должны быть. Хотя, не знаю, я не проверяла, сколько штук одних и вторых. Пахнет очень-очень вкусно, и мне также нравится с черным перцем. Орехи пекан очень-очень вкусные периодически. Знаете, заказываем такое лакомство, но не то чтобы прям супер постоянно. Если вы любите распаковки, если любите iHerb, не забывайте о лайке. Мне всегда очень-очень приятно. Ваша поддержка, ваша обратная связь, и, конечно же, это помогает моему каналу продвигаться и мотивирует снимать больше, чаще и на разнообразные темы. Всех целую и обнимаю. Все ссылки будут ждать внизу, в описании. Также укажу моих постоянных фаворитов. На этом пока-пока, хорошего вам дня и до встречи уже совсем скоро.